Держись! Давай! Ну, держись! Ты держишься! Давай, держись! Иди! Сейчас. Подожаю. Лё! Что происходит? Да, вот это она болеет. Взрывы, дым в воздухе и огонь в воздухе. Мой братан. Ты чё? Стой! Не падай! Не в воздух! Нет, не дуй! Он сейчас мой вдруг упадёт. Нет, не падай! Стой! Не... Смотри, не упади туда! Нет! Нет! Падай! Стой! Держись! Держись, Лёха! Я тебя спасу! Поднимаем тебя! Ой! Давай! Давай руку! Принимай! Получается! У тебя получается! 1%! Продолжаем! Ё-моё! Стой! Нет! Не ломайся! Ты что, зацепился? Да. Лёх, ну вот эта часть ещё осталась в живых. Она летит с такой же скоростью, как и наша часть. Давай! Вставай! Ничего не получилось! Ну и это часть-то спадает. Хля ты просто! Посмотри, что про... Ё-моё! Надеюсь, там ничего не падает на Лёху. Хотя мы летим. Чё мы так близко уже? Нет! Мы сталкиваемся с землёй! Как башка болит! Ты где? Стой! Я в воздухе! Ты где? Да, Чё? А где? Вот сюда теперь? Подожди. Лёха! Закрой меня! Зачем тебя закрывать опять? Лёх, я вообще-то продолжил. Дубль 2! Ай, как башка болит. Это что такое? Полетела она отсюда. Да чё за крики там? А, Лёх, прости, что я сделал тебе больно. Прости. Лёх, так не надо меня бить. Лёх! Нам придется доставать его.
Лёх, я тебя достал. Лёх, я тебя достал. Лёх. Лёх, чё ты молчишь? Очнись. Лёх. А, ну тогда не хочешь говорить, тогда буду тебе делать щекотки. Щекотим его. Не понял. Лёх! Лёх! Лёха! Лёх! Ну нафиг! Без сознания. Так ему давал свечку бессмертия. Но теперь ему подналивается замковский класс. Я приехал в Африку, чтобы пить замковский класс. Замковский класс. Ладно. Надо спасать друга. Это что у него тут на голове? Тузик? Ладно. Так. Эликсир. На, пей. Да, поешь. Смотри, я поблюваю. Нет. Тем более, жаль, мы в пустыне. А? Здание. Наверное, просто тут цивилизация довольно развитая, но она не может добраться до города, поэтому она в пустыне. Капец, тут все, блин. А что тут самолет берет? Это я пилот этого самолета. Всем до свидания. Вам, я вам не буду помогать. Лёха уже вечереет. Да, Лёх, тут никого нет, можешь какать на камне. Да я не буду. Спустя сорок минут. Да чё он так долго? Уже почти совсем свечерело. Где он? Ты долго там? Чё так долго? 40 минут ждал. Уже почти свечерело. За мной бегут. Кто? За мной дурка. Дурка? Удивительно. Дайте посмотрите. Бежим! Я ее сейчас убью. Дурку. Иди отсюда! Ты где? Ты где? Ты где? Там спасательный вертолет. Где? Где? Он там. Да. Так, никого в шинке нет. Или нет? Лёх, вставай. Давай.
Давай. В этом молотке есть специальный эликсир. Лёха, что нам делать? Вертолёт улетел. Я не знаю. Надо следующий этап. А следующий-то прилетит. Стоп, а мы... А, вот он у меня в кармане. Вот он. Ага. Лёх, следующий вертолет прилетит только через полтора месяца. Я сейчас посмотрел. Всем здравствуйте. В пустыне появилось два человека. Первого, которого зовут Лёха, второго Сеня. Они попали в пустыню, и они разговаривают о том, чтобы уйти оттуда. Но они не понимают, почему тут развалили самолет. Потому что не помнят, что произошло. Я вспомнил! Там просто самолет у нас упал, мы были в самолете, и мы упали. Но они наконец-то догадались. То, что самолет упал. Это про нас! Там камера! Там вертолет еще! Вот за нами шпионят! Спасите нас! Спасите! Помогите нам! Но они зовут нас на помощь. Но мы лучше улетим, потому что они просто из дурки только вышли по ним. То, что они орут, как говноеды. Я тебе новый куплю. Все, мы их убили. Стоп. Но это был наш шанс. Мы могли просто как-то договориться с ними. И они не улетели бы. Лёх. Кстати, стоп. Подожди. Да, о, привет, новостёр. Ты знаешь, что может произойти ночью в пустыне Малькатора 19? Ну, что там, как бы монстры приходят, которых почти не победить. Мы шли, только я остался в живых, потому что я уехал быстро. Ну ладно, все, давай. Пип-пип-пип. Монстры? Нам надо палатку строить. Нам палатку надо строить. Иди бери доски от самолета нашего. Да, я видел. Вот. Ну, Лёх, как её защитить? Есть варианты? У меня есть самые сильные блоки. А у меня есть самые сильные блоки на Земле. Вот, да, есть. Давай, иди Ну, тут написано «не всех». Убивает. Ну, в большинстве случаев могут убить. Давай. Делай, я возьму еще побольше припасов. Чтобы сделать... Уже, кажется, почти... Подожди. Вечер. Сейчас уже... Вечер. Время уже почти полночь. Ну нет, 29 время, уже 9 время. Быстрее строим.
Они выходят в 3 часа ночи. А, спасибо, пока. 3 часа ночи. Лёха, нам нужна камера. Только где монитор? Ты ищи монитор, я пока поставлю камеру. Я пока положу камеру. Ой, ребята, мне пора. Да, сумасшедший какой-то. Согласен. Илюха, Илюха, иди ищи монитор. Я буду брать. Еда. Это еда. Еще еда. Еда еще. Груша? Где? Да. Yes. Я нашел еще кокосик. О, кстати, а ты знал то, что если его перевернуть, получится какашка? Все, находить все, что надо нам. Все. Давай строить базу. Строить базу нам надо. Крепкую. А я буду делать стены, вот это все говно там. Спустя какое-то время, спустя именно 3 часа, настал полночь. Еще 3 часа осталось до прихождения монстров. Ноль. Ой, Лех, я не знаю, как мы сделали такую базу всего за 5 часов. А сколько время? Время 2:37. Уже скоро будут монстры, поэтому пойдем на базу делать. 2:37 это 20 минут где-то. 23 минуты. Менее 23. Давай на стрельную. Ты куда поднялся? Это вот это стрельная. Готовься. Стрелять. Спустя какое-то время, Лёх, время уже 3 часа ночи. Они где выходят? Они не выходят. Подожди. Давай посмотрим. Они где? Подожди, Лёх. Я теперь понял, откуда выходят монстры. Вот оттуда. Да, вдруг там вообще фабрика монстров? Там 4 монстра. Да? Сейчас. Один из них вообще стрёмный. Лёх, не выходи! Закрой дверь там. Братан, а? Я пошёл на охоту. Нет, стой, они тебя убьют, наверное. Пофиг. Главное, чтобы их не было. Я тебе дам специальный эликсир. Я тоже пойду на охоту. Не надо, иди сиди. Ладно, я пойду. Они уже выходят. Выходят? Да. Они уже приближаются к выходу. Я тебе дал рацию. Будем разговаривать. Ага. Так, вот берем рацию. Они выходят. Да, уходят? Я уже подхожу. Вышли, давай быстрее, я боюсь за тебя. Быстрее за меня. Давай. Быстрее. Быстрее убивай их. Я вижу. Давай. Стой. Так, Лёха, смотри, аккуратнее. А то они тебя могут укусить, и они... И ты просто сначала встанешь имя, а потом просто
Они тебя сожрут полностью. Я читал. Подожди, а давай ты... Ага. Давай, давай. Иди, 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 иди. Я буду смотреть в тебя через бинокль, которого можно как бы увеличивать расстояние. Лёх, все нормально у тебя? Я тебе помогу. Ёма, что я реально укусил? Давай, беги, беги, беги сюда на базу. Ты просто поднимись сюда. Поднимись. А то сейчас через 5 часов ты в них превратишься, а потом умрёшь, когда ты сам себя съешь. Давай быстрее иди, 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 иди. Иди к нам на базу иди, быстрее. Быстрее иди на базу. На базу тебе надо идти. Так, иди на базу, я вышел. Чё тебе? Чё с тобой? Пойдём туда на базу нашу. Ну ладно, Лёха, иди туда. У нас есть 5 часов, чтобы тебя вылечить. 5 часов, чтобы вылечить тебя. Где там эликсир? О, вот он специальный. Все, пей. А то ты сейчас в них превратишься и умрешь. Потому что сам себе свое сердце съешь сам. Все, пей. Все, выпей, почти все. Я оставил на себя. Теперь надо обработать болячку. И надо надо теперь лед нужен. У нас есть тарелка с льдом. Давай. Прям на укус. Все. Голова не болит? Болит. Ну ладно, сейчас я специальный эликсир сейчас налью на голову. Смотри аккуратнее, не разлей его. У меня паника. Прям намазываем. И надо еще попить. 1 литр. Не ешь его! Стой, не ешь! Все, голова не болит? Нет. Все, вставай. Вставай. Все. Ну что, Лех, давай спать. Сейчас, сколько времени? Ой, блин, уже 2:30 ночи. 3:37. Почти 4 утра. Давай ты постражишь. У тебя лучшее оружие. Немного поспишь. Да поднимись ты уже на вот этом. Короче. А. Ага, стражу. 4 утра. Да, он говорил. Еще. До 4 часов ночи. Ну ты, если что, меня позови, если не получится. Ага. Автомат на готове. Ага. Так, нет снайперка. Прошло какое-то время. Время 3:50. И Лёха закричал, потому что это монстр огромный. Ну что ты меня... Где? Покажи. Какой? Чё? Давай, убивай! Стоп, подожди. А у тебя есть лазерная винтовка? Давай, бери её! Всё! Мы его убили! Какой? Блин. Я сломал.
Ну ладно, есть запасная. Всё, я там дверь случайно открою. Лёха, через 10 минут они перестанут выходить. Ну ладно, Лёх, там... Вот так сделаю. Лёх, кстати, мой друг говорил то, что монстр выходит каждые 15 минут. А сейчас уже через 8 минут уже будет 4. Поэтому можем идти спать. Ну, осторожно, на так. А? Так. Осторожно. А я пока подписчикам расскажу страшную историю. Лёх. Ребята, сейчас я вам буду рассказывать страшную историю про нас. Мы начнём. Ребята, когда-то мы шли с Лёхой в лес. Но мне показалось то, что кто-то очень быстро прошёл мимо нас. Я сказал Лёхе: «Лёх, может, уйдём? Это тут страшно!» Он сказал: «Не, не бойся, всё нормально будет». И это было ещё давным-давно, когда нам было мало лет. Когда мне было 7, а ему 11. 4 года старше. Сейчас ему 27. А мне сколько? 23. Сейчас. Короче, мы пошли в лес. Там я увидел медведя, который еще раз проникнулся с огромной скоростью мимо нас. Вот. И тогда произошел вот такой звук, который вы сейчас слышали. Это был звук. Тогда медведь просто врезался с дерева, и мы его спалили. Мой Лёха друг дал мне оружие настоящее, которое он просто так взял и в себе тоже взял. И мы пошли на охоту, но мы хотели собирать грибы. Но оказывается, в 3 часа, но оказывается, поздно вечером. Они просто оживляются, когда их трогают. Поэтому я сказал: «Лёха, вдруг очень поздно, и грибы оживают». Лёха сказал: «Не бойся». Но Лёха всё равно... Лёха всё-таки взял гриб. Но он ожил и чуть не укусил Лёху. Мы сразу убежали из леса. Но дом был рядом. А гриб погнался за нами. Мы зашли домой, а гриб чуть не выломал нашу дверь. Пошел он обратно. Вот такая вот страшная история. Так, ребята, смотрите, что скримеров не было. А то вы испугаетесь. Ну ладно, а я пойду спать. А то... Ой, я уже спать хочу.